Hörmətli Diaspora Info saytının izləyiciləri, biz Kremenchuk şəhərindəyik hal-hazırda. Burada bizim gənclərin fəallarından biri Təbriz Hüseynzadə ilə tanış olduq. Təbriz Hüseynzadə istəyərdi ki, özü bir özü haqqında saytımızın oxucularına məlumat versin. Buyurun Təbriz müəllim. Adım Təbrizdir. Mən buradan Maldivadan gəlmişim. Bura 2-ci sinifdə olmuşam buradan. 11 il məktəbimi qurtarmışam. Məktəbdə qurtarana kimi atama köməkdim. Albeyin zatla məşğul olurduq. Ondan sonra mən ekzamen verdim, girdim Astagradsk Universitetdə Yurjiski girdim. Onu da 5-4 il oxudum. Sonra da bu işə Brazaviyaya götürüldüm, Krasnaya. Onda qurtaran kimi indi də biraz atama kömək edirəm. Yəni sən rus dilində də danışa bilərsən, problem yoxdur. Hə. Я вот закончил Астаградский, отучился 6 лет, и сейчас я помогаю отцу, и хочу продвигать бизнес. Ну, моя основная задача, тут у нас ну, в Кременчугской, Полтавской области очень мало семей азербайджанцев, тут 20 семей плюс-минус есть. И самая главная задача – объединить этих людей, молодежь. Вот это я сильно хочу, ну, как взяться за это дело и попытаться что-то сделать. Потому что, ну… В городе есть азербайджанцы, но они друг друга не знают. Наша главная задача, чтобы мы друг друга знали и были как один клан. Чтобы завтра или послезавтра могли сказать, что мы азербайджанцы. Чтобы могли выйти с флагом там встать. На любые мероприятия, чтобы мы себя показали достойно. Вот это наша сейчас задача. Я бы хотел предложить себя в этом деле, попробовать. Deyirlər, burada bir çox tədbirlərdə siz iştirak edirsiniz. Orta məktəblərdə falan. Да. Мен Садковская школа вар. Садковская школа, садик есть. Я как спонсор тут 3 года. На любые мероприятия прихожу, спонсирую, помогаю. На последние звонки, первый звонок на Новый год. Мне нету спонсора, я от себя иду. От себя я помогаю, и хочу, чтобы мне больше людей знало. Я в дальнейшем хочу попробовать тут депутаты пойти. Местный депутат, городской депутат. Выборы когда будет? Выборы будут или осенью, или весной будут. Сейчас новый закон чуть меняется, и вот насчет этого решается. Как ты думаешь, почему наша община вот так, слава, можно сказать? Здесь, знаешь, этот город вообще честь Бабаева, там это тоже был азербайджанец, так что здесь про азербайджанцев очень хорошее впечатление. Все правильно. Когда был Олег Бабаев мэр города, очень много азербайджанцев его любили и поддерживали его. Но когда Олег Бабаев покинул нас спокойный, и как-то дух азербайджанцев чуть-чуть он упал, я могу сказать об этом серьезно. И как-то меньше люди начали общаться с азербайджанцами, все своими делами занялись, работой. И нет у нас такого, у нас даже нет такого обычного дня, чтобы мы можем собраться, увидеться и просто пообщаться на любые темы. Нам не надо, чтобы у нас такая миссия была, мы чтобы столько собирались на мероприятия. У нас такая должна быть миссия, чтобы мы собирались в любой день и организовали наше общение и решали наши проблемы. Вот это основная наша задача. Как ты думаешь, на что рассчитываешься, ты сможешь пройти этот депутатский вот, когда будет? Я уверен в себе, потому что я три года уже помогаю, и имя есть у меня. И думаю, да, у меня поддержка есть. И думаю, да, если я чуть-чуть вперед продвинусь, я буду делать для всех. И хочу больше, чтобы азербайджанцы тоже были включены в этом и поддерживали меня. Потому что моя родина – это Азербайджан, и они меня должны больше поддерживать. И правильно. Только они меня будут лучше понимать. Расскажи про братья, говорят, у тебя еще братья учатся. Да, у нас 4 братья идет, мы все родные братья. Старший брат у меня стоматолог, он закончил Полтавский на стоматологию. Потом старший у меня брат, он в Беларуси закончил на юридический факультет. А младший на международном учится, в Киеве учится. И они как бизнесом занимаются или работают? Они тоже. Брат у меня стоматолог, а остальные мы занимаемся, помогаем отцу. Бизнесом занимаемся. Да, бизнесом занимаемся. И... А почему не продолжил вот юридический брат, старший брат? Юридический старший да. брат. Который закончил, но не продолжает. Отучился в Беларуси. Угу. Знаете, сейчас такое есть. Все учатся на образование, но потом они другим занимаются. Это 90%, 90% такого. И он как-то побольше начал в бизнес входить. А ты хочешь, да, развиваться с этой стороны? Да, я хочу, я молодой, я хочу развиваться, чтобы у меня поддержка была, чтобы я давал поддержку. На дальнейшее что-то было. У нас был очень большой пример, это Олег Бабаев, азербайджанец, вы его все знаете. Если честно, я его когда мне
маленький возраст был, на него смотрел, у меня задача была, как он стать, и давать поддержку своим. И, ну, смотря на таких людей, ты мотивируешься, ты хочешь дальше продолжить что-то делать. Это задача. Хорошо, спасибо большое, спасибо, что интервью дали. Сау. Hesab edirəm ki, Alek Babayevin davamçısı kimi siz bu şəhərdə inkişaf edib, yetişəcəksiniz və bu şəhərdən yenidən də bu şəhərdə mer, şəhər icra başçısı Azərbaycanlılardan ibarət olacaq. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun.